Управление Генеральной прокуратуры России в Уральском федеральном округе продолжает кампанию по обеспечению режима законности на предприятиях ЖКХ. Особое внимание уделяется защите интересов жителей многоквартирных домов. С начала 2012 года прокурорскими работниками УРФО выявлено более 1 100 000 нарушений федерального законодательства в этой сфере. Внесено 326 представлений, объявлено 439 предостережений, опротестовано 34 правовых акта. Предъявлено 190 исков, 99 должностных лиц привлечены к ответственности. Возбуждено 35 уголовных дел. При проверке управляющих компаний многоквартирных домов прокурорами систематически обнаруживаются факты фальсификации протоколов общих собраний жильцов. Эти собрания правомочны решать такие вопросы, как распоряжение общедомовым имуществом, денежными ресурсами и некоторые другие. Подписи на протоколах зачастую не принадлежат тем лицам, от имени которых поставлены. Нарушения закона довольно часто начинаются еще на стадии выбора способа управления многоквартирным домом и продолжаются в ходе дальнейших работ управляющих компаний или ТСЖ. Именно такой случай зафиксирован в городе Реж Свердловской области. Управляющая компания «Семь ветров» выставила счета жильцам 130 многоквартирных домов. По итогам прокурорской проверки выяснилось, что жильцы в выборах управляющей компании участия не принимали. Подписи в протоколах голосования поддельные. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 Уголовного кодекса. Подделка документов. Организовано расследование. В Екатеринбурге управляющая компания «РЭМП УЖСК» рассчитала плату за отопление для жильцов двух домов на улице Титова без учета фактического потребления тепловой энергии, что является нарушением статьи 14.6 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение порядка ценообразования». В данном случае возбуждено дело по части 2 «Занижение цен, регулируемых государством». Кроме того, внесено представление об устранении этого нарушения. Административные правонарушения и уголовные преступления обнаружены и в остальных субъектах Уральского округа. Контроль за исполнением закона в сфере ЖКХ ввиду особой социальной значимости проблемы взят на особый контроль управления Генеральной прокуратуры в УРФО.